Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. І сьогодні у нас в гостях дуже цікавий гість. Це громадський діяч Сергій Чобітько, заступник голови київської організації «Ніхто крім нас». Вітаю. Імею честь привітати вас. Дуже багато глядачів вимагає, щоб ми більш частіше запрошували не політиків, політологів та якихось експертів, а людей з суспільства, які представляють реальну громадськість, які можуть дійсно дати об'єктивну та позитивну оцінку тих подій, які в нас відбуваються в Україні. Якщо брати такі самі резонансні події, дуже збурило суспільство те, що якісь представники ЛГБТ-спільноти на квадрокоптері підняли свій прапор чи там національний штандарт їхній, як там кажуть, це їхні проблеми. Але от з вашої точки зору, як ви от відноситесь до таких от дій з боку представників ЛГБТ? Чому, звідки от така жага, щоб був якийсь хай, був якийсь скандал? Навіщо це все? І хто за цим стоїть? Ви розумієте, поки, скажімо так, не задержали тих людей, які непосредственно це робили, да? Мы не можем даже сказать, что это представители, ну, этих ЛГБТ, как там они. На самом деле, я ничего не имею против этих представителей. Для меня это больные люди. Понимаете? Но само понятие осквернения, знаете, нашей истории, да, родина-мать строилась для того, чтобы в честь павших и тех, кто победил во Второй, ну, Великой Отечественной войне, понимаете? И разницы нету, какой флаг туда вешали. ЛГБТ, там, да, например, или там байкерский какой-то, да, там флаг, или что-то еще. То бишь, это идет провокация, понимаете? Провокация для того, чтобы унизить, осквернить, где-то что-то сделать, понимаете? И пока не будут задержаны эти люди, да, пока не выяснить, кто это, и действительно ли это вообще представители эти, да, потому что нас все время пытаются чем-то столкнуть. То язык не тот, там кто-то разговаривает, да, там это, хотя никто не отказывается от украинского языка, да, действительно, это моя родина, то есть украинский, да, то есть без вопросов. То и что там еще у нас, рознь, там, героев навязывания. Боже, богато, так сказать. Да, навязывание героев, там, например, да, то есть для одних это герои, для других это не герои, понимаете, то есть провокация, но мы увидели сам факт произошедшего, да, и мы не увидели результата, кто это сделал, зачем это сделал, да, чем это вызвано. І навіть якщо це представники ЛГБТ, його можна було повісити де угодно. Ну, от якщо от подивитись на фактаж, тобто на офіційних сторінках так званого там ЛГБТ прайду, чи як вони там називаються, ці гомосексуалісти, ми бачимо, що вони офіційно про це заявляють. І організатори оцих парадів, вони, я так розумію, в рамках карантину їм не дали провести свою ходу, але вони от зробили таку провокацію. От з вашої точки зору, що вони викликали у суспільстві такими діями? Якщо от ми би не казали про них, якщо б вони самі не агітували і не публікували у себе в офіційних соцмережах цю інформацію. Тобто це свідома така провокація, я вважаю. От, як ви вважаєте, от, що вони досягли таким чином, що от, взяли і от вивісили свій флаг, свій прапор і підняли його на квадрокоптері там? Вы понимаете, тяжело обсуждать больных людей, да? Как по мне, людей с отклонениями. Я исповедую институт семьи. То бишь, мужчина, женщина, да, там, ребенок, то есть, ну, так сказать, то, которое дало нам Всевышний. Я не могу знать и понимать, что они хотели этим добиться, да, потому что мы не можем даже мыслить так, как они. Но, тем не менее, нарушен закон, я считаю. В любом случае, да, кто бы, какие бы ни были там меньшинства, большинства, и это, да, то есть нельзя. Есть те памятники там, да, там, или какие-то места, которые осквернять нельзя. В любом случае. Нравятся они кому-то, не нравятся, да, там это, ну, это внутреннее убеждение кому-то, да. То есть и можно было подать заявку там в Киевраду и получить где-то вывесить, ну, то есть куча мест есть, да, которых... Это чистой воды провокация. А если вот подивитися більш глибоко на це питання, ми розуміємо, що от Велика Вітчизняна війна – це отакий маркер, і це привод
який все ж таки використовують для того, щоб розколоти суспільство. І ми бачимо, що йде така системна атака з вищих ешелонів влади, і ми бачимо системну роботу, як намагаються змінити поняття і називати вже не загиблих героїв, а називати їх жертвами, які пали внаслідок боротьби, режимів, таке інше. Тобто роблять усі дії для того, щоб таким чином просто знівелювати, в принципі, саме поняття «Велика вітчизняна війна». Чим це загрожує для нашого українського суспільства, з вашої точки зору? Ви розумієте, в чому діло? Що якраз суспільство, як ви говорите, да? Оно єдине в цьому питанні, на самом деле. Це все гра влади. Все для того, щоб, там, знаєте, електорат обрести, да, свой, як називають там. Разыграть какие-то свои, как опять же таки называют политики, там, карты, да, там это. На самом деле в нормальном обществе, да, и в обществе Украины раскола нету. В каждой семье кто-то воевал, да, воевал за свою землю, за свою Украину, за свою родину. Ну, в абсолютной большинстве это так. В абсолютной большинстве, да. Я не беру вот эти единичные случаи, да, которые там, ну, как всегда, есть предатели, есть и кто что-то, да, то есть... Мы за историю говорим, знаете, в общем. Я вам скажу, что победитель никогда не будет потерпевшим. Знаете, тут никогда. Так званые союзники, да, которые говорят, там, вот союзники, это, да, хотят изменить сейчас историю в том, что там уже чуть ли не мы поучаствовали, да, а они выиграли войну. Это все ерунда. Есть история, есть факты, которые, опять же, таки пытаются там переписать, да, там, заходят в архивы сейчас, меняют там какие-то архивы, там. Выдают на гора, потому что простой человек на самом деле не может сказать ничего. У него нет доступа ни к СМИ, да, там, ни к этому. И в то же время, даже если ты в Фейсбуке что-то сказал, тебя забанили. Вот и все, да. Так вот, есть такой факт, когда весь народ со всего народа, ну, на то время СССР, да, куда входила наша Украина непосредственно, собирали с каждого человека налог на то, чтобы мы покупали оружие у союзников. Нам ніхто його не давав. То це так звана програма ленд-лізу, за яке золотом розраховувався. Звісно, як сказав один відомий політик, бариги. От і все, нічого більше. Понимаєте, якщо б ми були навіть хоча б на рівні, да, то есть ми можемо подивитися, як содержались ті ж воєнноплені. В яких условиях, да? То есть в условиях союзники наши, да, будучи попадая в плен, и в каких содержались представители Советского Союза. Як ви вважаєте, навіщо це все роблять? Для того, щоб суспільство усередині просто зіштовхнути лбами, чи як? Навіщо це все? В том числе, знаете, ну и я вам скажу, что, как бы вам сказать, проигравшие по факту хотят изменить, знаете, этот... момент по сути, да, там, пусть через время, там, пусть через это, но они не изменят никогда. Тобто, фактично, от, з вашої точки зору, нащадки колаборантів зараз фактично захопили владу в плані культури нашої. І так, якщо я вас правильно розумію. І таким чином ми бачимо ситуацію, коли з'явився такий так званий інститут національної пам'яті, який фактично бере і просто... переписує історію на новий політичний лад, як того забажає той, хто буде при владі. Чи як? Ви розумієте, на сьогоднішній день вони можуть переписувати все, що угодно, але нічого ще в них не вийде. Да? Це навіть більше угроза не зараз. Чому? Тому що у нас були наші бабушки, дідусі, да, там вже покійні. Это, и мы, как их внуки, там, правнуки, да, мы еще знаем со слов непосредственно, да, непосредственно от участников, а есть некоторые участники еще, слава Богу, живы, да, на сегодняшний день, которые могут эту историю рассказать, да, как было на самом деле. Да. Это на самом деле опасно будет еще через одно, а то и двоих поколений, понимаете? Когда действительно, как тот говорил, кто пишет, тот выигрывает, знаете, так вот есть. Поэтому... А сейчас, да, сейчас это манипуляция. У нас прекрасные профессионалы на сегодняшний день, там, их называют там, политологи, да, там, политтехнологи, там, это все, да, то есть на самом деле, которые люди, ну, как по мне, на уровне киллера, знаете, то есть это, им платят, да, они делают то, что надо, они играются умами, там, они играются, то есть не суть там чести, достоинства или чего-то, а суть заработать денег. Понимаете? Mm-hmm. Кто бы не заказывал эту музыку. Вы правы, что когда Советский Союз
все-таки победил фашистов. Да? Некоторым удалось избежать наказания, и они побежали кто куда. В то же время не секрет, да, что все-таки на то время считай, вся Европа, пол-Африки, это, да, то есть фашисты захватили, да, то есть они вывозили самые ценные, самые это. То есть по факту у них остались хорошие, скажем так, финансовые, понимаете, возможности. Да. И вот на протяжении, вот в этом году было 75 лет, да, вот 75 лет они передавали так же само своим, скажем так, на украинским нащадкам. И подкрепляли их деньгами для того, чтобы выждать момент, когда, скажем так, отыграться, ответить, отплатить. Ну, я так разумею, слова из фильма «17 мгновений весны», как раз от представника нацистов, они ж тоді теж говорили прямо у фільмі, що от наші союзники – це нащадки. Бо ті, хто бачили, до чого призвели нацисти, до чого фактично привели німецький народ нацисти, вони бачили, вони нас точно не підтримують. А от ми будемо витрачати гроші для того, щоб їхні діти, їхні нащадки, вони тільки їх можуть підтримати, і вони будуть робити акцент на пропаганді. Тобто така дуже цікава паралель, якщо ми бачимо радянський фільм про Велику Вітчизняну війну, і ми зараз бачимо, як фактично на наших очах якісь за грантівські кошти з-за кордону, просто от як гриби після дощу, вилізають якісь організації, яким ніхто не давав мандату. І чомусь вони думають, що вони можуть переписати історію, що в них є якесь право на це. От з вашої точки зору, як представника громадськості, от в них є, в принципі, право намагатись переписати історію? Ні в коєму випадку. Історію повинні писати історики. Якщо історики не можуть договоритися, да? Пан президент, пусть соберет всех в историческом каком-то музее на неделю, дабы ускорить процесс, можно им не давать пищи, а только воды, знаете, и они, чтобы вышли оттуда только тогда, да, когда у всех будет одно мнение, и все. Ну, а как по-другому? Вы понимаете, что деньги, вы понимаете, что мы живем сейчас в такую эпоху, да, когда все продается. Продается мужская честь, продается дружба. Продается, не знаю, даже семейные отношения, да, то есть брат на брата идет там, да, за эти бумажки, за деньги, то есть. И все делается, на самом деле, даже не только в войне, это, ну, это страшно, да, там это. Убивается история полностью как таково, как великой, понимаете, как великой страны, как людей, которые, на самом деле, Украина, мы же уже не одно тысячелетие существуем, ну, так, если взять их по сути, понимаете. Поэтому, как один человек сказал, нужно решить их веры, истории, да, там, человек, не имеющий прошлого, не имеет права на будущее. Вот и все. А от як ви вважаєте, яким чином представникам громадського суспільства треба захищати саме нашу історію героїчно і надбання наших дідів і прадідів? Ви розумієте, наверное, все-таки через правильность выборов, вот как бы банально это ни звучало, понимаете, так сложилось, что у нас, по большому счету, все СМИ, там, средства массовой информации, это, да, кому-то принадлежат. Этот кому-то, он является бизнесмен прежде всего, да, и это бизнес, это ничего, так сказать, там, как тут говорил, ничего личного, только бизнес. Поэтому простой человек и даже громадскость, так скажем, да, они не имеют возможности высказаться, они не могут сказать чего-то, чего-то добиться. Это правда. Единственное, вот даже сейчас, да, там будут местные выборы. Даже на уровне местных выборов, да, можно сохранять там какие-то памятники, да, там, память своего села, память своего поселка, память своего города, понимаете? Даже делегируя туда, да, своих представителей, ну, местных представителей, да, которые тоже знают историю. История может быть разная, да, у каждой страны, у каждого народа история может быть разная, плохая, хорошая, знаете. Вот сегодня я вам хочу сказать, кстати, сегодня 79 лет, вот в этот день, этого месяца, 41-го года началась очень большая резня еврейского народа на Западной Украине.
Знаете, и так как учитывая, что у нас Западная Украина, это, скажем так, это на карте, там, на это, да, на самом деле это моя страна Украина, да. И я, например, я не горжусь вот частью, да, этой истории. То есть я не горд за это, да, но это часть моей, ну, моей страны, часть моей истории, понимаете. Я не могу отказываться, я не буду ее переписывать там или что-то еще, да. Но вот сегодня началось, чтобы вы знали, тысячи детей, женщин, стариков, именно не просто убивали, а зверски убивали. Понимаете? Тобто є чорні сторінки історії, але вони наші. Вони наші. І є героїчні білі сторінки, які они теж наші. Вони теж наші, звісно. Тільки, розумієте, нам на сьогоднішній день говорять за чорні, да? І білі теж хочуть зробити чорними. Ну от в чому, як я вважаю, це моє мнення, да? Був провал ізначально Майдану. Ізначально. Навіть не в тому, хто там кого-то бив, там, хто там ще, це все зрозуміло. И потом, это все технологии, все понятно. Уже на сегодняшний день, думаю, всем понятно, да? Только одни не хотят признавать, другие, слава богу, признали, имеют силу и честь, да, там, и достоинство, то есть признали, что ошиблись, и это, да. Ну, а третьи, понятно же, его не поддерживали вообще. Майдан, как и любая революция, она, понимаете, она делается вот сейчас. Вроде бы рассказывается там за хорошее будущее, это, да. Но никто не говорит конечной цели, понимаете? То есть кто будет в конечном стоять, кто будет там еще чего-то. И поэтому и Майдан. Нас стали руководить страной те, ну, кого, по сути, это и Майдан не поддерживал, да, скажем так. Да? Но руками Майдана сделан переворот, да, а потом... Ні, ну вони, до речі, очолили Майдан, вони ну, там заснували найбільшу сцену, і з цієї сцени кричали там і Яценюк, який просив кулю в лоба, і там Руслана, яка так от куля в лоба, у мене найбільший вопрос. Яка намагалася там себе спалити, якщо щось не зміниться. Нічого не змінилося, тільки погіршилося, але чомусь як ми не бачимо якось продовження цієї думки Руслани. Але от якщо ми бачимо дуже багато персонажів, які просто окупували цю сцену, я от особисто намагався туди пройти, і там стояла дуже солідна охорона, і ніяким чином навіть туди не можна було потрапити до мікрофона, якщо ти, я так розумію, не працюєш в якомусь певному напрямку. І фактично цей протест очолили ті, які направили його проти народу. Ну, це моя точка зору, а от як от ви вважаєте? Ну, на сьогодні вже ж, що ж там вважати-то? Понимаєте, коли мені говорять, що ми йдемо за світле будущее, я согласен с этими людьми, да, но я с чем-то могу быть не согласен идеологически, да, с ними. Там. То есть я не могу стать сейчас в один ряд, да, там с ними. То есть каким шляхом они идут до светлого будущего? Ну, совершенно верно, да. И вот по прошествии там уже 6 лет, да, у меня напрашивается вопрос, так где мое светлое будущее? Ну, элементарный вопрос, понимаете? Можно много рассказывать, прав Майдан, не прав Майдан. Но Майдан, понимаете, Майдан нельзя обобщать тоже так, что Майдан – это все те, кто там были, да, там присутствовали. Что... Нет, на самом деле были специалисты проплаченные, которые умеют создавать массовый психоз, да, которые повели якобы на патриотической какой-то основе там людей за собой. Я уверен, что большинство людей там были действительно обмануты. Вот... Ну, пусть как хочет, так и воспринимает, да, то есть это моя субъективная точка зрения, да. Это они шли действительно, как они думали на то время, да, что за лучшую жизнь, там, для детей хотя бы не для себя, да, это. Мы на то время не получали тех ответы на те вопросы, которые мы ставили, да, то есть раз мы не получали, да, мы не были против, но мы не были за. Понимаете? Потому что... Мы не видели, что дальше. Мы все прекрасно понимаем, что любая революция, да, ни к чему хорошему не приводит. Любая. В любом проявлении, да, какая бы она ни была, да. Но хотя бы нам сказали результат, да, то есть, что дальше. Ну, дальше на сегодня мы видим, я же говорю, без разницы, поддерживал ты Майдан, не поддерживал, там еще, мы видим, война. Мы видим потерянные территории на сегодняшний день, некоторые, да. Временно, не временно, но на сегодня. Мы говорим сегодня, вот сегодняшний день. По большому счету мы видим, что украинец убивает украинца. Это очень тяжело, понимаете?
То есть я не буду такими там высокими материями, там, брат на брата или что, да, то есть. Но для меня человек, имеющий паспорт Украины, да, то есть и гражданство Украины, да, это украинец. Мы заходим в супермаркет, мы заезжаем на заправку, если есть на чем заехать. Везде берем чек. И тяжело нам сравнить, посмотреть, да. И что самое плохое, как вот в моем видении, понимаете, это то, что вот именно есть чем сравнить. Я встречаю очень много людей, да, которые, понимаете, все взяли на то время и так сделали культ Януковича, да. Хотя на самом деле, ну что такое Янукович? Ну президент, да. У него была, на мой взгляд, очень сильная команда Азарова в плане профессионализма. Можно по-разному относиться к тому, что человек там учился, причем учился, он же не зря коверкал язык, да, то есть человек, можно сказать, прожив жизнь, да, все равно он старался, да, он насколько, он, все говорят, о, так-то, он на самом деле насколько поддерживал украинский язык и государственный, это, да, что человек всю жизнь, прогоревший, будучи русскоязычным, да, он пытался, будучи госчиновником, да, заговорить на украинском. А я розумію, що все ж таки люди оцінили його роботу конкретно по чекам, які були раніше, які зараз. Звісно. І по квитанціям, особливо на ЖКХ. Все ж дуже просто. Ну, звісно, все дуже просто. І земля не продавалась. І взагалі, от, ну, моє мнение, там, і, ну, понимаете, і їжджу по регіонам, що взагалі земля дана Богом. Понимаете? Как и вода там и это. Ну да, вы можете там заработать 5 копеек, там за доставку довести, там еще что-то, то есть за услуги. Ну как вы можете продавать то, чего вы не делали, не сотворили, да, там не придумали. То есть такой нюанс. Угу. Понимаете? Добре, от якщо брати іншу ситуацію, от з пам'ятниками, от закон наш навіть прийняли, які по цьому закону фактично частину нашої історії, яка була от у вигляді пам'ятників, їх просто от знищують і все. Тобто їх не переносять якісь музеї. І просто вандалізм, вандалізм і ще раз вандалізм. Якщо ми навіть зараз подивимось на аналогічні процеси в Сполучених Штатах, до речі, от я так розумію, що технологи з України просто переїхали додому і таким чином все ж таки реалізують себе в умовах карантину, от, з моєї точки зору. Але от дуже схожа технологія, і більшість американців, з моєї точки зору, і аналізу цієї інформації, вони не підтримують цих процесів, але ми бачимо, що пам'ятники зносять. От з вашої точки зору, чому це відбувалося в Україні? Це політична технологія така, яку закріпили через закон спеціальний, тому що промайданівські сили дійшли до влади. Чи все ж таки це більш таке хаотичне дійство, яке просто от, виникло спонтанно? Ви розумієте, я б навіть так навіть б не сказав, що навіть про майданівські сили дійшли до влади. Це були совершенно треті сили, яким насправді було все одно. Ви проти Майдану чи за Майдан, розумієте? Люди преслідували, люди преслідували свою ціль. И им без разницы, кого можно было использовать, и кто больше на то время поддавался, да, их не использовали, были заготовки, да, они якобы так и были, да, они на самом деле-то и к Майдану ничего общего не имеют, понимаете. То есть у них была другая цель, это, а памятники, да, как таковые, это всего лишь наша составляющая уничтожения истории. Ибо стоит памятник, понимаете, даже, как вы говорите, отдельно. Где-то, да, сделали там парк, там, например, там, воспоминания СССР, да, там, или эпоха СССР. Рано или поздно туда зайдете вы с ребенком там, или там, в гости кто-то приедет, правда? И поинтересуется, что это, кто это, почему это. Это поддержание истории, понимаете? Это просто составляющее уничтожение нашей истории, культуры, истории. Ничего больше. А якщо перейти більш уже до сучасного часу, і от ми бачимо дуже сильний конфлікт на Донбасі. Думали і мали надію дуже багато громадян України, і думали, що от Порошенко знімуть, і нарешті буде мир, нарешті реалізуються мінські домовленості, і хоча б перестануть гинути люди. Але ми бачимо, що це в реальності не так. Я знаю, що ви дуже часто буваєте на Донбасі, і ви просто в матеріалі, як то кажуть. От з вашої точки зору, чому там досі ще стріляють, незважаючи на головну обіцянку Зеленського, це мир на Донбасі? І от чому ми навіть не бачимо
кроків з боку Зеленського, щоб у Мінську групу, щоб туди поставили саме тих людей, які хоча б представляють ті території Донецької та Луганської області. Можливо, представники громадського суспільства, можливо, депутатів, які там виграли по мажоритарному округу. Ну, можливо, людей, яких вибрали саме у тих областях. Чому ми бачимо у Мінській групі людей, з якими ніхто за стіл переговорів не сяде, тому що ці люди розпалювали міжнаціональну ворожнечу на протязі багатьох років? Ви розумієте, Донбас, как тот говорил, это боль моя, да? Почему? Потому что это Украина. Там живут наши украинцы. Даже на сегодняшний день разговаривают на украинском языке, чтобы вы понимали. Ну, такие тоже есть. Есть, да. Война выгодна всем. Всем власть имущим. Почему? Опять же, мое субъективное мнение. Рассказывать всему мировому сообществу, что мы есть щит и оплот, сдерживание якобы там целой страны, такой как Россия. Легко просить деньги. Ну, так же самое, как коронавирус, да? Угу. Ну, а война — это еще проще. А что самое прискорбное, легко воровать. Никогда никто не будет знать, сколько сегодня выстрелил патронов солдат. Сколько уничтожено техники, которая миллионы стоит, да? Сколько пального они выкрутили? Это зарабатывание на крови, совершенно верно. Как бы мы ни хотели. Но я бы, знаете как, я бы не все возлагал, вот как сказал за Януковича, да, я бы не все возлагал на Зеленского. Я не фанат его, чтобы вы понимали, да? Я не вхожу в команду его, не в это, да? Но я объективно оцениваю, да, действия президента своего, не оскорбляя его. Почему? Потому что мое личное мнение, да, без фамилий, оскорбляя лицо, представляющее мое государство, да, именно оскорбляя, как мы видим на сегодняшний день, да, там есть там некоторые там моменты, до семьи дошло, да, и что это неправильно. Нас и так уже не то, что не уважают, знаете, в мире. А если мы еще так относимся, смотря на то, как мы относимся к нашему президенту, понимаете, внутри страны, то как нас должны воспринимать извне? Ну, это так, это отступление. Понимаете, Зеленский поменял, скажем так, губернаторов. Опять же таки, поменял. На территории Украины? Ну, по всей Украине, да. Но я вам скажу, почему я сказал поменял. Потому что ранее, которые были губернаторы, да, имеющие бы честь, да, например, как можно по-разному к нему относиться, как тот же он пан Москаль, да, то есть он только что-то не, он говорит, все, давайте, я пошел, то есть, ну, ненужные мои там какие-то, да, там умственные там способности, что, я пошел. Понимаете, Зеленскому пришлось менять, потому что у нас так сложилось, что помимо того, что ты губернатор, да, ну, конечно, мы же все прекрасно понимаем, мы люди, да. Это возможности, это власть и тому подобное, да? Если бы была коррупция, контрабанда. Конечно, совершенно верно. Это все туда входит. Конечно. То есть, прежде всего, в углу всего стоит экономика обогащения. Естественно, незаконным путем. Я не обвиняю никого. Но я говорю, что если бы там, это мое субъективное мнение, не было таких привилегий, благ заработать и это, да? То есть, уходит президент, команда, с которой ты пришел. Но было бы логично, не дожидаясь, пока там Зеленский или кто-то другой, да, там будет тебя менять, то есть подать в отставку. И если ты действительно профессионал, это тебя позовут, правда? Ну, ему тоже пришлось менять, да, ну, меньше с тем, опять же таки, поменяли. Я не даю там объективные какие-то там суждения всем губернаторам, да, вот возьмем Донецкую область, 51 округ. Ну, пришедший новый губернатор, как я считаю. Причем в область, в которой идут боевые действия, понимаете? Где люди живут под обстрелами, да, то есть это отдельный особый регион. Я считал, что и считаю, что должны были поменены как минимум все главы там ВЦА.
військово-цивільних адміністрацій. Совершенно верно. І це, да. Но почему-то так получается, да, что на сегодняшний день остались все те, кто были с той властью. Я так розумію, що ці військово-цивільні адміністрації, голови цих адміністрацій, у них є особливі повноваження, і вони там боги, я так розумію, правильно? Ну, конечно, ну ви ж понимаете, да, что они под отдельной юрисдикцией, да, то есть они под, ну как сказать, они права и полномочия совершенно другие, да. То есть, и даже на эти территории, чтобы там установить, где-то есть ли какие-то нарушения прав, свобод там, человека, да, или чести, достоинства, да, даже журналистам, как вам, вы туда не заедете просто так, понимаете? То есть, ну как сказать, знаете, ну, там помимо того, что глава хозяйственник должен быть, еще должны быть законы морали очень сильные, понимаете? Там дети войны, да, дети, которые родились под войну, да, и живут все время под обстрелами. Там, ну, это должно было быть так, как нам хочется, да. На самом деле, вот Ямского 51 округ совершенно по-другому. То есть по сегодняшний день, например, да, глава ВЦА и выборочно, как будто бы это... Это округ, который прямо на линии зиткнения, правильно? Да, дальше Ник, это дальше Горловка, да, то есть фактически... У нас населенные пункты конкретно? Это Майорск, Зайцево, Пески, Бахмутка. То есть за Бахмутом, да, вся территория, которая дальше, бывший Артемовск город. Вот, это фактически раньше это относилось к Горловке. И вот, понимаете, данный человек в свое время тоже баллотировался и хотел пройти в Верховную Раду. Там, ну, это такое, это по закону. Голова ВЦА. Голова ВЦА, конечно, да, да, да. На сегодняшний день мы имеем то, что кто не проголосовал за голову ВЦА, да, то есть человек может себе позволить приехать там лишний раз там с военными, да, и устроить где-то людям обыск, да, там. Или просто там сказать, а вот выращивайте чуть ли там не коноплю, да, кинув там на территорию это. Ну, то есть идет репрессия, при этом не скрывая, чтобы вы понимали. Это такая помста тем людям, кто не проголосовал за него. Совершенно точно. Совершенно точно. Понимаете? Причем это не скрывается, это говорится прямо, да, то есть людей запугивают, могут ночью приехать, понимаете? Это раз. И если кто-то попросит какие-то фактические доказательства, пожалуйста, я вплоть до президента, поехали, все, поехали. Только перед этим, вот если хотят установить какую-то объективность, да, отстраните этого голову ВЦА оттуда, да, лишите его туда доступа, вот любого назначьте другого, да, и вы узнаете правду. Понимаете? Ну, почему-то это не делается. Дай Бог, чтобы мои суждения были ошибочные. Почему? Опять же, вы правильно сказали, и контрабанда, и это, да, даже вот здесь, вот на линии соприкосновения, да, казалось бы, стреляют, там это, да, это все идет хорошо, то есть бизнес, он везде бизнес, даже на войне, я вам скажу, очень шикарный бизнес, но страдают-то люди. Тут ВСА, это же дуже заможні люди. Ну, покупая квартиры в Киеве, это будучи, это, понимаете... Настоящий там глава ВЦА, солдат или это, да, он не может на этом заработать, кроме своей зарплаты, да, любые появления чего-то извне, да, и суть не в декларации. Это совершенно, ну, где-то попадает, особенно учитывая там тот регион, регион-то бедный на самом деле, да, ну, его сделали, я имею в виду бедный на сегодня, да, то есть его сделали таким, да, и только благодаря там международным каким-то организациям, то есть это правда, да, там, то есть Унифор ездит, да, там, там, то есть, ну, то есть европейские международные организации, знаете, там, то есть это, скажем так, поддерживается, да, то есть волонтерству, да, там, и политиков наших, украинских, то есть этого не надо отнимать. А чи мають змогу політики от фінансувати ті території, які от на лінії зіткнення? От дуже цікаве питання. А я вам сейчас объясню, касаемо 51 округа непосредственно, да? По 51 округу прошел замечательный человек, сам прошедший войну еще в Афганистане, Ковалев Александр Иванович. Прошел мажоритарщик. То есть, так скажем, люди, поддержали люди, да? Будучи, ну, більш до справи. И будучи сам человек с Донбасса. Вот, до справи я вам скажу, что на сегодняшний день эти все поселки оформлены и числятся за Горловкой. Горловка на сегодняшний день по документам является оккупированной территорией, да, и относится к ДНР.
То есть фактически депутат, если выбьет хотя бы 5 копеек, да, и перечислит на счета любого с этого поселка, и учитывая тот же, ну, ВЦА, да, то есть это фактически будет финансирование, как на сегодняшний день в Украине, да, преступление, финансирование получается ДНР. А як це може бути? Тобто, фактично, земля, вона підконтрольна Україні, а будівлі і все, що на землі, стоїть на балансі Горлівки. Це Горлівка. Да, Горлівка. І це не підконтрольна територія. Совершенно верно. Тобто, будинки, людей, там, все таке інше, воно фактично без юридичного поля України. Совершенно верно. Совершенно верно. А як ця ситуація, як до цієї ситуації довели? От мені просто цікаво. Якщо туди офіційно не можна фактично фінансувати. Опять же, нужно, это прежде всего, это не то, чтобы там воля, желание, это работа главы ВЦА на месте, Владимира Веселкина. Тот, о котором раньше мы упоминали, что так и не поменяли, понимаете? То есть это было, можно было поставить в Бахмут, там на баланс, да, то есть присоединить, ну, коль уж так получилось, да, и серая зона там и это, да, то есть можно было сюда к Бахмуту присоединить, чтобы было оно, ну, ніхто нічого не робить. Я так розумію, ця проблема системна. Яким чином намагаються вирішити цю проблему? Може, і чи є з тієї сторони якийсь тиск на тих людей, хто намагається цю ситуацію змінити? Ви розумієте, якщо ви приймете на баланс цю територію, да, громад, ну, вона насправді велика територія, ви ж будете відчитуватися за кожну копійку, розумієте? Вас будут проверять, вас будут это, ну, то есть вы будете подпадать полностью, да, все это территориально будет подпадать под законы Украины. І за це все нам потрібно буде нести відповідальність. Тобто у нас на підконтрольній Україні території є певна сіра зона, яка фактично без юридичного поля України існує. І це оті всі все ж таки міста і села, які ви перечислили. Ну, а там юридичне поле України більше, знаєте, як воєнне. Ну, так как это передовая, да, то есть самый край, это там, да, там наши украинские военные, это, ну, а вот если брать юридически, там, по факту, там, ну, те же правильно вы сказали, здания, садики, школы, да, даже земля, все числится за Горловкой. Тобто, дитячий садок уже відремонтувати неможливо? Никак. Якщо законно? Никак. Ну, и в цьому є документи, які це підтверджують? Ну, в том-то дело, что документов нету. В том-то дело, что все документы в Горловке, а у нас даже документов нету. Понимаете или нет? По закону эта территория временно оккупированной Горловки. И никто за это время, да, то есть всю эту территорию не присоединил ни к одному административному центру, ну, получается, те, которые подконтрольны Украине, понимаете? А зачем? Если глава ВЦА распоряжается, вот вы представьте, начиная от гуманитарной помощи, которая туда заходит, да, и заканчивая всем остальным. То есть фактически это его карманные деньги, там, карманное имущество. Он захотел, кому дал, захотел, не дал. Понимаете? Я так розумію, а ви намагаєтесь якимось чином цю ситуацію виправити? Да, і чи є тиск з того боку? Ви розумієте, от нету помощі, розумієте? От депутат всецело всіх, губернатору, к замам губернаторам, хоча той же самий мер Рьова Бахмута говорить, да ми не проти, давайте присоединим, розумієте? Тобто, нужно, щоб государство помагало все це, розумієте? Не по політичним взглядам, да, а по взглядам того, реалій, да, що там люди живуть, живі, наші, українці, да, які нуждаються в допомозі. А чи є якась протидія з того боку? Чи є якісь погрози, можливо, чи якісь... Ну, мало того, що по людям стріляють кожен день, щоб ви розуміли, да? Вони їх запугують кожен день, вони не можуть нічого. Понимаєте, якщо не пустять навіть автобус, глава ВЦА не пустять автобус той же Бахмут доїхати, понимаєте, то вони навіть не виїдуть. Ну, это очень такой, знаете, сложный момент, вот я вам скажу. И здесь нужно, вот здесь бы, конечно, не мешало бы где-то уже и президенту, знаете, все-таки мы же декларировали там установление мира, да, там это. И это является одной из частью. Ибо та страна, где люди живут, они тоже смотрят, как относятся здесь, понимаете, к ним. К украинцам, к нашим. А чи є якась підтримка з боку Верховної Ради, там, комітету, там, Розумкова, чи може, чи когось ще? Тобто, і чи є якась неадекватна оцінка тих самих от подій з боку і Верховної Ради, і профільних міністерств, наприклад? Тобто, що відбувається, якщо... От ви чітко оприділили, розумієте, тут більше потрібно працювати в виконавчій владі. А яка протидія, наприклад, якщо от ви їздите до от свого округу, там, який
опікуєтесь з вашою там громадською організацією, там депутатами. Тобто, яка реакція з боку от голови ВЦА, там губернатора? Тобто, це що, вам заважають, можливо, чи слідкують, чи які, чим, яка протидія? Реакція така, щоб ви розуміли, що навіть знаходясь в Києві, наприклад, за Ковалем Олександр Іванович ведеться постійна стежка, да, то есть, і цьому є підтвердження? Конечно, есть этому подтверждение, есть заведенные уголовные дела, есть и в ДБР, и это, да, то есть, ну, это надо в юридическую службу, да, они более там подробно объяснят, то есть к депутату в юридическую службу, да, ну, насколько я знаю. Это нормально, если за депутатом следует? Это ненормально, понимаете, но депутат мало того, что хочет сделать законные вещи, да, депутат делает все для людей, а в этом не все заинтересованы, понимаете, опять же, бизнес, война, это бизнес, понимаете? Ну, вот, если вот ехать на ту территорию, я так разумею, что там тоже есть какая-то информация, и так таким чином, саме на тій території якісь події, все ж таки, які протидіють цим процесам, повернення в юридичне поле України тих будівель, там, дитсадків, школ. Ви розумієте, у них особий статус, і приказати як-либо там, ну не то, щоб надавити, да, в хорошому розумінні цього слова. Тобто навіть депутати нічого не можуть зробити? Ну, звісно, ви ж розумієте, це лінія розграничення. То есть глава військово-цивильной администрации, да, он на самом деле наделенный очень колоссальными, ну, повноваженнями на украинской мове, да. Кто за это повинен нести ответственность? Губернатор. Тобто, фактично, новий губернатор не бачить цієї проблеми, що там не бачить, не хоче якась бачити. Частина області просто не підпадає в юридичне поле України. Ну, це дикість яка. Ну, це факт. А ви можете все ж таки нам після от ефіру надати документи, щоб ми теж могли офіційно їх оприлюднити, щоб, да, вашим словам було підтвердження якесь? Звісно. Звісно. Я візьму юристів. Ми, до речі, напишемо журналістський запит до і губернатора, і інших міністерств, щоб якось цієї ситуації розібратися. Будь ласка, так же само напишіть на Ковальова Олександра Івановича, на депутата, він дасть офіційну відповідь вам, розумієте? Тобто з усіми документами, офіційну відповідь по своєму округу. Ну, все офіційно, все по закону. Дивно, що навіть депутати нічого не можуть зробити, якщо якась така от несправедливість. Так. Более того, если они начнут что-то делать сейчас и туда перечислять, ну, уголовная ответственность. И вот останнє питання, от мало часу залишилось. От, герої України. От, як ви до них ставитесь? Ми бачимо, що дуже багато от звання Герої України надавали от усіляким людям. Ваша точка зору з цього приводу? Ви розумієте, Герої України і взагалі герої, да? В принципі, основано це Леонід Данилович Кучма, тобто прекрасный человек, да, в свое время он сделал это и давал действительно за особые заслуги, да, человеку, личностные заслуги, да, то есть человек свои там, как бы сказать, достижениями, да, или отвагой, там, мужеством, или каким-то поступком, да, вот извне, который неординарный, да, то есть заслуживал этого звания. На сегодняшний день, да, я бы хотел, вот мое мнение, да, чтобы наш президент, да, Владимир Александрович, давал героя Украины не тем, кто не всегда заслуживает, да, или не те, что пополучали, я бы пересмотрел, потому что мы сделали героя Украины как-то на уровне ничего, а тем, кто борется за мир, понимаете? Вот мы все даем героя Украины за смерть, за кровь, понимаете? А я считаю, нужно поменять эту политику, нужно начинать давать тем миротворцам, понимаете? Ибо больше уклад, чем они вносят с любой стороны, понимаете? Не вносит никто. Мне очень тяжело и прискорбно. Вот у меня есть ребенок, подходит и, да, вот спросит меня, вот, папа, кто у нас герой, да, нашей страны, да, то есть я не знаю. Я знаю, кого сказать героями Великой Отечественной войны, да, то есть я горжусь ими, и я скажу, да, и есть в них неофициальные даже в интернете наградные листы. Я знаю, кто герои Афганистана, действительно достойно, да, ребята, как жертвовали собой, жизнью, там, ради кого-то, ради других, там, это, и есть их наградные листы. На сегодняшний день я не вижу даже, где мне найти, да, наградные листы. За что? Получили. Ну, извините, да, может, неправильно будет. Та же Надя Савченко, тот же Мамчур, да, там, кто-то там, как кто-то говорил, в елках вешался, да, чего-то там это. Ну, так нельзя. Понимаете?
Это все должны пересмотреть. Ну, или тогда Героя Украины нужно оставить на уровне там, значка, да, и что-то вводить другое. Да? А-ля комсомольского какого-то. Да, ну вот типа такого, понимаете. И мне прискорбно, например, да, вот упомяну, как бы там ни было, да, вот очень достойный человек, там, Саша Усик, да, например, тот же самый. Когда предложили, человек не то чтобы отказался, ну, красиво, да, сказал это, потому что вот он Герой Украины, вот он прославляет мою Украину, мою родину, понимаете. Я горжусь им, горжусь Украиной, понимаете. То есть мы первые, да, этот человек делает все для того, чтобы, пусть это в боксе, в спорте, да, но мы первые, да, и он достойный этого звання, да? Ну, он не может быть наравне этих людей. Угу. Дякую, что пришли до нас у программу. На жаль, час нашей программы вичерпано. У нас в гостях був Сергій Чубідько, заступник голови Київської організації «Ніхто, крім нас». Це була програма «Без протоколу». З вами був я, і ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!